Интересно, ярко и познавательно прошла экскурсия учеников 8 класса 32-й школы Ульяновска в первую пожарно-спасательную часть. День открытых дверей начался для ребят с беседы о правилах безопасности и интересных нюансах профессии пожарного спасателя. На экскурсии им были доведены и напомнены правила пожарной безопасности, номера вызова экстренных служб и проведена экскурсия по пожарной технике. Какими средствами тушат пожары в современном мире и как устроен специальный автомобиль? Все это школьникам наглядно показали и рассказали сотрудники части. Каждый гость смог посидеть в кабине пожарной техники и примерить на себя боевой костюм и снаряжение.